Вот такой у нас лотерейный банкомат. Так, ну что у нас? Давай благотворительную лотерею. Вот банана с Багамас. Так, несите деньги. Вот где играть? Где играть? Нет, тут нигде. По-моему, у нас просто забрали деньги. Курорт Лото. О, давай Дева Голов. Так, ну что? А, причина. А, так здесь стоимость что-то полтинник, короче. Так, ну вот. Стоимость купона 50, сумма 50. Все, мы проиграли, короче. Так, за 5 рублей, мы, за 5 минут, вернее, мы отдали 80 рублей. Вот видишь, все. Все, я опять проиграл. Мобильная крепость. Так, баланс 5. А, ну вот, да. О, я выиграл 5 рублей. Так, ну вот. А что ты сделал, чтобы выиграть 5 рублей? Вот стер вот эту вот штуку. Вот я выиграл еще. Так, и что? И где? Получить выигрыш? А, вот тут на телефон. Ты не боишься, что тебя еще снимут? Блин, нет, слушай, да, вот это я боюсь. Ну, в общем, вот такой вот игровой автомат у нас стоит. В Кировском на синих камнях. Можно совершенно удачно проигрывать свои деньги. Да. Хотя снова проиграл. Опять проиграл? Да. Ничего не сделал? Ну вот мы попробовали поиграть в так называемую государственную лотерею под названием «Победа». Выбрали несколько лотерей различных игр. Заплатили порядка 100 рублей. Выиграли всего 10. Но не смогли их получить, потому что нужно указывать номер телефона. Мы побоялись указывать номер, потому что вдруг там вычислится еще наоборот. Вот. Вызывает сомнение, конечно, в принципе, организация подобной игровой деятельности в торговом центре. Все, замок такой большой, тут выигрыши. Окошечко с выигрышами. Что вот, такой лохотрончик у нас тут существует.